Проспект Гамзатова станет пешеходной зоной уже с этой субботы. Теперь каждые выходные движение транспорта на главной улице города будет прекращено фактически на 2 дня с 8 утра субботы до 10 вечера воскресенья. Проезд будет запрещен на отрезке от пересечения улиц Гамзатова и Иракского до угла Гамзатова и Доходаева. Уже установлены соответствующие дорожные знаки. Некоторых водителей эти изменения наверняка не обрадуют. А вот для любителей пеших прогулок, велосипедистов и роллеров новость хорошая.